Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами опытом покупки на AliExpress скейта. Заказал ребенку маленький 60-сантиметровый поиграться. Ну, выбрал, так скажем, из средней ценовой категории. Название магазина указано в заголовке. Ссылка будет в описании. Скейт пришел, так скажем, в плохой упаковке. Завернута была только середина, а концы были все оббиты. Ну ладно, это, так скажем, вина почты. Хотя я вину с продавца не снимаю, мог бы и весь замотать. Но самое обидное то, что два колеса практически не были прикручены. Гайки были только наживлены. Ну, по результату затеял я спор с продавцом, и решение таково: вернуть товар и вернуть деньги полностью. Но в примечаниях написано, что возвращаю я товар за свой счет. Ну, я посчитал, что смысла нет еще доплачивать деньги и отправлять за свой счет в Китай товар. Так что я решил его оставить. Но хочу вас предупредить, что этот продавец халатно относится к упаковке своего товара. И товар поступает в виде конструктора. То есть теперь мне самому придется где-то вычитать, как затягивать гайки, с какой силой на скейтах. Ну, это ерунда, это я все сделаю. Но знайте, что существует такой магазин. Спасибо за внимание. Надеюсь, мое видео след от удара обережет вас от таких покупок. Вот, отломано. Здесь тоже. Блин, винты не закручены до конца. Люфт. Люфт. Thank you.
Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.